Привет, друзья. Смотрите, кто тут у меня. Привет. Пуля, пуля. О, нифига, это опасно. Злая, злая. Ладно, ладно, не будем ее снимать. Она не хочет сегодня сниматься. Привет, друзья. Ну что, вот, наконец-то суббота. Значит, сегодня еду прыгать на батуты. Я уже успел помыться. Почистить зубы, привести себя в порядок. Сейчас скоро уже буду выдвигаться. Сначала хотел показать вам. Я все-таки купил себе клавиатуру. И заодно прикупил себе мышку. Выключу свет, чтобы было лучше видно. Вот такая вот клавиатурка с подсветкой. Разноцветная, трехцветная. Можно настраивать цвета, там любые цвета радуги. Практически можно настроить. 2900 рублей такая стоит. Но она именно к этому ноутбуку. Он с такой изначально шел. Еще мышку себе прикупил. Это AFOTEC или A4TEC R8. 2000 такая стоит. Что мне захотелось мышку по навороченнее. Меняется. Так, сейчас. Желтенькая. Красненькая. Колесико тоже как-то меняет подсветку. Ну как-то не похрен. Непривычная. Больше, чем моя предыдущая была, и очень чувствительная. Хотя и так поставил на минимум чувствительность. Ниже уже некуда. У меня просто еще коврик, который очень хорошо скользит. И по нему плохо чувствуется, если честно. Надо под нее тряпичный коврик. Вот так вот. Получилось, вместе стоит это все 5000. Мышка с клавиатурой. Дороговато, конечно, но, блин, что поделаешь. Вот у меня теперь все светится. Приятно. В темноте не потеряю. Ну что, ребят, увидимся уже в зале. Еще вот в зале. Банды. Дэном и Ваньком. Дэн второй раз, да? Ваню вообще первый раз. Да. Будем учиться в сальтушке. Заодно снимем на вокруг. Стоит. Он стоит, он стоит. Это стоит. Не-не. Волосы выделяются шапкой. Скинул. Бенгальский огонь. Новый год. Да, скоро. Да, мы к Новому году готовы. Можно я попрыгну быстренько, пока она не сгорела. У меня еще есть. Не, я туда не буду прыгать, я здесь. А я посмотрел. Я тебе говорил. Какой не бойся, там в зале спортивном находится. Я тебе говорю. Скажи, пожалуйста, если... Нет бенгальских огней. А с Новым годом! Давай. Ну, счастье! Давай быстрее. Не, у меня тебе, подожди. Все сломалось? Не, нормально. Ты уже, похоже, отметил, да? Дэн еще не отметил, смотри, он нормально делает. Давай, давай. Во. Давай,
все. С Новым годом! А мы про игру записывал? Вроде нет. Во! Во! Все равно давай. Надо. Блин, она в голову и все. Давай ты. Включи маму, я в ютубе. Не, давай еще раз. Он там брандат собрался уже делать. Нет, я не смотрю брандат. Дурак. Оператор будет. Сейчас, Вай, наверх ноги, наверх. На челюсть. Наверх ноги. На челюсть помню. Да, давай, давай. Наверх ноги, наверх, наверх. Это очень плохо. Давай, старый дед. Мой дедушка, так ходит. Майкл Джордан, дедушкий вариант. Хорошо. Упал, отжался. Давай. Упал, отжался. Легко. Еще раз, упал, отжался. К сожалению, мне не удалось снять окончание видео в зале, потому что у меня села камера. Так что снимаю только здесь сейчас. Нас с ребятами два раза чуть не выгнали. Первый раз меня за то, что я прыгал с бенгальскими огнями. А второй раз их за то, что они прыгали с неположенного места в яму. Ну, пофиг. Но все равно отлично провели время. Еще купил себе гирлянду. Ну все, к Новому году готов. Не забывайте, друзья, ставить лайки, подписываться. Это очень мотивирует к созданию новых видео. Всем пока.